Не сидится нам на месте, поехали мы в Ужгород, в Мукачево. Пока остановились кофейку попить. Очень красиво здесь. Немножко холодно. Мы в Мукачево. Приехали сейчас в замок. Тут находится Мукачевский исторический музей. Сейчас с обзорной площадки посмотрю на просторы, а потом пойдем внутрь. Пока не увидел никаких подписей, названий, где что стоит. Вот, и поэтому, скорее всего, лучше ходить с экскурсоводом, чтобы он все рассказывал. Стоит памятник князю Креатовичу или Креатовичу. Все подходят, дают ему денежки и дергают за палец. Загадывают желание, судя по всему. Ну, реально положили денег, которых, если забрать, хватит даже, чтобы купить сувенир. Вот такой купил себе здесь сувенирчик. Добродушный домовичок. Маленький такой, прикольный. Поедем дальше. Замок посмотрели. Поедем, проедемся по Мукачеву, потом поедем в Ужгород. Сегодня еще надо много посмотреть всего. А времени, как всегда, не так много. Мы в центре Мукачева, возле городской ратуши. Тут проходит какой-то велофестиваль. Там вот даже маленькие-маленькие детишки катаются на велосипедах, приходят к финишу. Сейчас вам их покажу. Мелкие такие спортсменчики. Видно 2 до 4 роки велосипеды. А самое просимо перейти до старту такі номерочки, як 44 Іванов Андрій, номер 49 Барчиві. Круто тут. Вообще городок офигенный. Мы сейчас ехали по улице и, блин, такие низенькие двухэтажные домики, но настолько все чисто, красиво. Вообще просто, блин, я влюбляюсь в этот город. Все, деньжат подснял, можно гулять. Пойду Таню найду, она пошла фотографировать. Мы еще приехали сюда с друзьями, с родителями подруги нашей Жени. Они вместе тренируются, и мы, соответственно, вместе приехали в лагерь. Вот, решили... Пока дети занимаются спортом, мы решили поездить, посмотреть окружающие нас города. Пока здесь, почему не воспользоваться таким случаем, такой возможностью? Охрененный город. У меня прям такой неподдельный восторг, я как до просящего диска. Так мне здесь нравится. Короче, бограч подается в такой вот штуке. Снизу свечка, для того, чтобы не остывал. И половничек. И
половничком накладываешь себе в тарелочку и кушаешь. Очень прикольная подача. Видел свои рога в тарелке? Рога? Да. Что, не видел? Больше тебе рога. Сходили покушать заведение, которое называется «Бограч». Заведение с национальной кухней, очень вкусно и недорого. Очень так офигенно поели. Вот, я ел «Бограч», ел картофель по-мукачевски. Вот. Классно, всем рекомендую. Обязательно, если будете в Мукачево, то посетите. Сейчас я иду по улице Кирилла и Мефодия. Впереди меня памятник Кириллу Мефодию. Сейчас должен быть памятник трубочисту. Обязательно надо приехать сюда еще. Вообще во все города Украины, которые мы посещаем, всегда хочется проезжать не мимо за 3-4 часа, а хочется как-то побывать в них побольше, пожить пару дней, заселиться в какую-то гостиницу, позавтракать с утра, погулять по тихим утренним улочкам, посмотреть, как живет город вечером. Обязательно будем возвращаться. На пути из Мугачева в Ужгород есть село, Среднее называется, в котором сохранились вот такие вот останки замка тамплиеров. Привет, друзья! Меня зовут Любомир Борода, и это мой канал. На своем канале я рассказываю о путешествиях по Украине, о хендмейд-мастерах, о своей любимой дочке Евгении и обо всем, что мне интересно. Подписывайтесь на канал, делайте лайки, репостите эти видосы. Мне будет приятно, и это будет мотивировать меня для создания нового интересного контента. И обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо вам всем за просмотры. Замок. И вернее его остатки. А теперь в Ужгород. В Ужгород. Вот мы и в Ужгороде. Первая точка у нас — Ужгородский замок. Красивая такая территория. Интересно походить. Но мне почему-то хочется больше походить по городу, а не по замкам. Но замок тоже нужно посетить. Сейчас по-быстренькому пройдем. И потом пойдем просто в город. Походим, посмотрим, как люди живут. Мы решили сходить в казематы. Там нет света. Вообще? Козьи маты. Ой, хорошо. Может, тут посидим? Ой, кажется, тут дует. Тут холодно. Здравствуйте. Прикольный видок. Нравятся мне такие улочки. Офигенно.
Сейчас пойдем побродим. Просто по городу, по улицам. Нравятся мне такие города. Тани Квест, она ищет вот такие вот маленькие мини-скульптуры. Их здесь 25 штук. Вот еще одна. Памятник Миколайчику. Статуя Свободы местная. Мы с Мукачева. Прикольный квест с фигурками. Вообще город классный. Мне нравится. Я больше не знаю, что сказать. Мне нравится. Кайфово тут. Интересно погулять, порассматривать, поискать эти фигурки. Это Джон Лорд, который сидит спиной к улице, потому что ему не понравилась архитектура. Обиделся и слушает музыку в наушниках. Ну шо вы, Ужгород, до побачення. Обязательно еще сюда приедем. И в Мукачево приедем, и в Ужгород приедем. И побудем здесь побольше, и поснимаем побольше, и времени проведем побольше. Посмотрите, какой тут вокзал. ЖД. Это вам не Николаев. Да какой он крутой. Приехали в заведение, которое все рекомендуют посетить. Называется «Детство у нотаря». Говорят, то, что это визитная карточка Ужгорода и то, что здесь бомбезная кухня. И решили протестировать, посмотреть. Правда, не очень хочется прям есть много, но надо обязательно посетить. Прикольное заведение, огромное, прям как музей, и вкусное. Охраняется пьяницами. Мы приехали в Тустань.